Всем привет, друзья, на связи Грим Оптимист, и сегодня мы с вами играем снова в батлу. Решила побегать с бульдогом, пушка, которая в свое время, когда вышла, разорвала вообще комьюнити, там говорили, что это имба, но ее потом понерфили. Прикол его в том, что это скорейдж, который имеет скорострельность, просто жесть, я не помню сколько, 700 выстрелов в минуту. Ебану. Какие-то иностранцы там орут. Вот, у Скара у него, чтобы вы понимали, 620, тут 700, то есть скорострельность гораздо выше. Давайте попробуем с ним поиграть, карта, кстати, тут какая-то интересная, новая. Вот, я нашел сервак, просто мне что-то надоели вот эти стандартные карты. Что-то мне подсказывает, что с бульдогом не будет херово здесь играть. Ну, карта прикольная, красивая такая. Вообще ничего не вижу. Так, надо сесть поудобнее, что я как-то развалился в кресле. Да. О, помощь в убийстве. Без прицела я без ничего вообще играю, жесть. Тут, конечно, ребят, надо что-то более точное, чем бульдог, это 100%. Я, наверное, не буду с ним играть. А, черт. Наверное, я не буду, ребят, с ним играть, потому что это жесть. Ну, просто тут как бы перестрелки проходят на таких расстояниях, что бульдог тут бесполезен. Лучше Скара или что-нибудь другое. Уж сори, ребят, что так получилось, но... Не знаю, давайте попробуем какую-нибудь другую винтовку. Вон, САР-21 попробуем. Чисто ради интереса, я с ней никогда не играл. Может, она получше зайдет. Просто бульдог, он очень косой. Точность у него вообще ужасная. Тут, конечно, какая-нибудь ДМР-ка хорошо зайдет. Или АУК А3, или Скар тот же самый. Ну, короче, что-нибудь такое точное, дальнобойное. Прикольная карта, кстати. Странно, что очень редко она бывает. Да, это был просто самый точный выстрел войны. Давайте разделаемся с остальными. Ну, странная винтовка, пока не понял еще. Надо прицел открывать. То есть без прицела они все не очень. Стандартное прицельное приспособление, к сожалению. Тут, видите, очень много снайперов, и перестрелки проходят на довольно дальней дистанции. Заныкался собачка. Там, ладно. Я ведь сейчас разозлюсь, тоже что-нибудь возьму жесткое. Карта, блин, почему эта карта так редко попадает? Ну, она, конечно, кемперская такая, но тоже свой прикол есть в этом. Вот. Не знаю, давайте какую-нибудь ДМР-ку попробуем. Вон СВД, да, давно хотел СВД, давайте попробуем СВД. Прицел какой-нибудь, блин, вообще никаких прицелов нету. Мы в дерьме, пацаны. С мушкой с СВД придется бегать. Будем разные пушки, короче, пробовать. Да, плохо, когда не знаешь карту. Это карта из дополнения Naval Strike, по-моему, насколько я помню. То есть такая морская карта. Довольно любопытно. Мне нравится, смотрите, какая красивая. Конечно, кемперство тут жесткое будет. Это понятно. Так кемперить тоже можно иногда. Если не злоупотреблять этим. Да, тут снайпера, наверное, очень вольготно себя будут чувствовать. Так, я вижу противника, но он далеко. Без прицела я с ним ничего не сделаю. Я вообще не вижу никого.
Просто никого не вижу. Сзади там какой-то хрен с дробовиком нарисовался. Не, парень явно не ищет легких путей. На такой карте с дробовиком играть это жестко. Не, прикольная карта, но тут такая, знаете, вот как раз для ДМРок, для точных винтовок, для болтовок. Хорошо будет. Вообще нет серверов. Я вот нашел единственный сервер с ней, и то тут, это, тут не только эта карта, тут все карты подряд. Просто сейчас вот эта карта. Сейчас, может, какую-нибудь другую даст. Вообще, конечно, с СВД, с мушки... Винтовка, кстати, неплохая, в принципе. Я с ней маленько уже играл до этого, но... Без прицела очень тяжко с ней. То есть надо какой-то прицел. Хотя бы коллиматор, потому что, ну... Совсем тяжело. Вообще не вижу ничего. Комбы тут. Клево. Вообще от бедра не попадает СВД. СКС бы попал. Вообще не попадает. Надо целиться. Без этого никак. Решил просто от бедра попробовать. Не про канала. Я заметил пулеметчика. Точно на восток от вашей позиции. Такая интересная карта, конечно. Солнце очень жестко мешает здесь. Вот это, друзья, вам честно скажу. Очень сильно мешает солнце. Кто-то есть. Главное по прямой не бегать. Попадаю. Не, СВД хорошая вещь, но нам надо прицел. С мушки очень тяжело. На такие дистанции вы видите, что там этот, мушка больше, чем противник в два раза. Пробуй попади. Очень странно. Вот зараза. Оп. Вообще не вижу никого. Попал один раз. Все-таки СВД это уже по факту снайперская винтовка. Хоть она не совсем снайперская. То есть она не для снайперов, она сделана для мотострелковых войск, для, ну, для пехоты, чтобы была возможность стрелять на дальней дистанции. То есть кто-то, я не помню, какой-то известный снайпер сказал давно еще, что снайперская винтовка не может быть полуавтоматическая. То есть в принципе только скользящий затвор. Ну я имею в виду для стрельбы на какие-то серьезные дистанции, там километр, полтора. Потому что там часть пороховых газов, она... Часть пороховых газов, она используется для того, чтобы дослать следующий патрон. Что, естественно, сказывается на точности. Так, мне тут не надо быть. Они херачат там из всех щелей просто. Ой, блин, со всех сторон уже. Вот, так что снайперские винтовки, они, ну, посмотрите вот просто по даже Википедии, они почти все со скользящим затвором, то есть не полуавтоматически. Вот, а СВД это как бы винтовка, ну, такая, может, в какой-то степени снайперская, но
для стрельбы нас на дальней дистанции она не подходит. У нас есть, говорю, вот СВ 98 отечественная. Ничего себе. Есть посерьезнее вещи. Некоторые и так далее. Не, вот интересно, когда-нибудь в батлу, интересно, выхлоп в ССК добавят. Но выхлоп это, знаете, такая штука, она крутая, но ее почти нет. То есть ее очень редко используют в войсках каких-то. Не, нереально на такие дистанции стрелять, это в жесть. Вообще писец. Да, тот счет у меня, конечно, классный. Ну, что поделать. Новое оружие, всегда плохо играешь. Плюс еще, говорю, тут карта такая открытая и без прицела тяжело. С этой мушкой целиться. Очень странно, что нету вообще никакого прицела. Хоть четырехкратник бы дали, что ли, я не знаю. Ну, что за бред. ДМР-ку с мушкой давай. Сейчас посмотрим, какую-нибудь, может, классную карту нам даст новую. Вот, посмотрел обзоры на Hardline. Что-то как-то меня не особо впечатлило. Я говорю, если бы он стоил там 1000 рублей, я бы взял. Но, блин, он 2 с лишним штуки. Жалко мне денег на него. Я лучше подожду Battlefront, Star Wars Battlefront куплю сразу же на релизе просто. Premium Edition. Как бы. Там-то точно что-то новое будет. А тут, ну что, я посмотрел. Как бы, прикольно, конечно, но настолько она мало отличается от четверки, от тройки. То же самое, только сеттинг поменяли чуть-чуть. Да и там какие-то сомнительные нововведения эти тоже не всем недалеко нравятся. Поэтому как-то желания купить за такие деньги нет никакого. Да и вообще я посмотрел там в комьюнити, пообщался с людьми. Что-то вообще мало кто собирается ее покупать. И мало кто купил. Потому что, ну, самое лучшее, что я слышал, типа так. Ну там на скидка будет, возьму, может. Там, когда будет стоить там 1000 рублей. Ну, там, 1000-1500, может, возьму. А так, как бы за 2,5. Оманский залив, интересно. Интересно. Смотрим, что за карточка. Ну тут я, конечно, наверное, что-нибудь попроще возьму, потому что что-то как-то сливаться мне надоело, если честно, с СВД. Ага. Так, возьмем что-нибудь попроще. Смем что-нибудь попроще. Даже не знаю. Дробовик точно не буду брать. Давайте АУК-3 возьмем. Хорошая пушка. Хорошая. Любопытная карта. Ни разу на ней не играл раньше тоже. АУК хорошая винтовка для стрельбы на средней и дальней дистанции. В упор она так себе. Откуда вообще? Не увидел я его. Ну тут надо что-то, мне кажется, я просто смотрю вот уже на карту, я могу сказать, что АУК он так. Тут как бы не лучшая пушка будет. Тут как хорошо пойдет какой-нибудь. Хотя нет, АУК нормально, думаю, будет. В принципе, нормально. В принципе, дистанции тут разные. Тоже клевая карта, мне она уже нравится. Она мне напоминает Call of Duty. Почему-то. Что-то в ней есть такое, вот от Call of Duty. Какие-то звуки тут странные. Такая закрытая и в то же время небольшая. О, открытая, то есть и в то же время небольшая карта. Очень любопытная. Глушитель тащит.
Я дно. Стреляю, я херово. Оп-оп-оп. Блин, не успел уйти. Не, АУК, наверное, одна из самых таких подходящих оружий. Все-таки тут приходится на дальней дистанции стрелять. Нормально он. Нормально. Да блин, не тот. Да что такое? Ой, одно, а. АУК вообще одна из моих любимых винтовок. Как раз вот за... Блин, перестрелял меня. Но я тут затупил на самом деле. Хотя в третьей батле мне, кстати, АУК не очень нравится. Да ну вас к черту там. А ну сюда быстро. Туда не выйти даже. Ой-ой-ой. Да вообще сняли просто жесть. Болтовочкой вон пацанчик носится. Я, наверное, воздержусь. Да, я одно. Ой-ой-ой. Так, ну-ка, прицельчик оденем. Да ё-мо, вообще сну... Он чё, сошек, что ли? Сошек, видимо, стреляет. Так. Да, сошек, видимо. Да ё-парасоте. Да, сошек лупит. Он бы так не смог без сошек. С пулемета класть. О, шторм начинается какой-то. Да ё-моё, блин. А, дверь это. Любопытная карта. Но на самом деле идея вот DICE в плане, как это называется-то? Levolution, по-моему, да, эта хрень. Она на самом деле провалилась. Не то чтобы вообще провалилась, но... Как бы прикольная фишка, но она... Она должна была прямо изменить геймплей, но она ничего не меняет по факту. Просто как бы клевая такая красивая вещь. Не более того. Плохо видно, конечно, противника. Вот вам ваши медицины. АУК, АУК тащит. Да блин, откуда стреляют вообще хз? Выжил ведь, а, зараза. Попал. Опять помощь в убийстве дали. Что ж такое-то, а?
Эх. Снял второй меня. Не, ничего, так карта довольно забавная. Но тут, конечно, она вот... В чем проблема Battlefield 4? Я уже говорил то, что... нету здесь вот реально карт вот таких вот пехотных, тесных карт, вот прямо задуманных. Вот эта карта, это просто обрезанная карта, то есть большая, да? А вот, то есть, ну, естественно, что она не так хорошо продумана, как если бы ее делали прямо под пехоту. Черт знает, откуда они там стреляют. Вот вам медицинская помощь. Так лечись ты, куда ты стоишь-то там? Черт тебя подери. Тут болтовочка бы хорошо зашла, кстати. Оп, успел. Ой-ой-ой. Понятно. Да ё-моё, блин, не добил. Странно, как он себя вел. Конечно, АУК на ближней дистанции, ну, не лучший ствол. То есть вот так вот. Понятно, что. Но пушка неплохая. Точная, конечно. Так, надо подлечиться. Отлично, мы на полпути, парни. Чё такое? Вообще не понял, ни разу не попал. А, это дерево, ё-моё, блин. И сейчас должна быть картинка с этими двумя пацанами в черных шапках. Ой. Понятно, ДМРК. Да, счет, конечно, жопа, ну. Да ладно. Ну-ка, попробуем что-нибудь другое. Вот, половина боя как раз что-нибудь другое попробуем. Что-нибудь другое. Вот эту штуку я не пробовал еще. Давайте попробуем. Ну, я чувствую, я в жопе сейчас буду, потому что у меня тут стандартный прицел, это печально. Откуда вообще, блин? Вот сучка, а, лежит там на своей крыше. На сошках, господи, а. Еще и с этим, с прицелом, с этим. А ничего, кстати, прикольная винтовочка. Кладет хорошо. Вот вам ваши медицины. Блин, я поздно среагировал. Не среагировал, поздно перезарядился. Как он с этим бульдогом? Я вообще не понимаю, как с бульдогом, он, конечно, на ближних он хорошо херачит, но, блин, даже на такие дистанции. Ничего так винтовка, кстати. Играть можно. Да. В последнее время заметил, много народу что-то с пулеметами играет, вообще просто каждый второй. Не знаю, не понимаю это оружие просто. Я понимаю, там штурмовые пулеметы, которые еще более-менее, но вот... Тяжелые, которые с сошками там, со всей херней.
Да, я дно, я знаю. А! Откуда вообще? А, по крышам там, ё-моё. Смотрите, я даже не на последнем месте. Не может быть. Ничего, кстати, винтовка так-то играть можно. Ну просто я смысла столько этих... вот этот Ace-23 тоже не играл, кстати. Давайте попробуем. Просто вот как-то их... Ну зачем столько их? Есть как бы винтовка под каждый стиль. Надо ближней дистанции. Берешь... Вот это ничего, кстати. Нормально. Так, кладет. У этой, видимо, скорострельность высокая, судя по всему. Ой-ой-ой. Да блин, ну как так-то, а? 8 хп оставил. Ну ничего так. В принципе, штурмовых винтовок плохих-то особо нет. Они все нормальные. Они все похожи на самом... Ну не все, но там... Они... Некоторые из них очень похожи. Там разница только... Там отдача немножко разная. Причем зачастую она не сильно отличается. Ну писец, ну как так-то, а? Не, не очень нравится. Что-то какая-то огневая мощь у нее не очень. Сколько у нее там, ну-ка, посмотреть скорострельность. Посмотрим скорострельность. 770, ну довольно быстро. Ну, как-то не знаю. Вот АК-12, кстати, я почти не играл с ней, как-то странно. Их просто жестко херачит. Вообще никого не вижу. Ничего так. Точная довольно штука. Блин, уже бой заканчивается. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, надо было мне сейчас перезарядиться, конечно. Ну, ничего так. Карта, ничего, в принципе, тоже играть можно. Ну, такая. То есть, та предыдущая мне больше понравилась. Та какая-то вот такая, ну, кемперская. Это ни рыба, ни мясо. Какая-то она не очень. Еще пятерых подстрелят, и все. Вы разбиты. Непродуманная карта. К-12 неплох. Блин, ну, надо было. Все, перезаряжаюсь, блин, не вовремя вещь. К-12, кстати, хороший. Но он такой, как бы, на нем... Он не под ближний бой тоже. Это... У него хреновая скорострельность, но он точный. Это я уже понял. Ну ладно, сегодня вот так вот посмотрели с вами новые карты. Посмотрели пушки разные. Так, чисто побегали. В целом, батла 4 все-таки меня радует. Я вот не жалею, что я потратил на нее деньги, то, что я купил. Ну, действительно, игра стоит своих денег, вот, в полном серьезе. Вот, хотя дороговато, ну это как бы дороговато, наверное, из-за курса доллара скорее даже. Вот. Я вообще считаю, что игры компьютерные дороже 1500 не должны стоить. То есть 1500 это максимум. За самые крутые, так, 1000. Ну потому что, ну сейчас смеяться-то, 2500 за игру отдавать.
Но тем не менее, говорю, я свои 2500 не жалею. Ладно, вам всем большое спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем пока.